Пользователи сети раскритиковали вокальные данные внучки певицы Ларисы Долиной Александры. Девочка усиленно занимается и мечтает, как и бабушка, стать профессиональной певицей. Артистка в своем микроблоге дала понять, что не приемлет критику вокальных данных внучки, хотя понимает, почему появляются комментарии с негативом. «Есть люди, которые, мягко говоря, очень нелестно отзываются о моем желании давать возможность Саше выходить со мной на сцену. Что движет этими людьми, понимаю, но не принимаю», — заявила Долина. Она добавила, что по гороскопу является девой, поэтому она лучший критик для себя и своих близких. «Прежде чем принять такое решение, я 300 раз послушаю и отрепетирую. Саша много работает и всегда прорабатывает ошибки. Каждый ее выход на сцену – это приобретение сценического опыта», – добавила певица и подчеркнула, что всегда будет поддерживать Александру, которая сильно волнуется перед каждым выходом на сцену. Девочка, к слову, уроки вокала берет не только у своей знаменитой бабушки, но и у композитора Виктора Началова, отца покойной певицы Юлии Началовой.